Виталия. Здравствуйте, меня зовут Наталья Седлецкая, и это программа журналистских расследований «Схемы». Мы разоблачаем украинскую коррупцию и рассказываем о ней в именах и деталях. Электросети, несущие свет по стране, газопроводы, по которым в Европу идет газ, во время вооруженного конфликта могут стать потенциальной мишенью для диверсий. Как случилось, что охрану украинских стратегических объектов доверили фирмам российского бизнесмена, который к тому же работает на ФСБ и Минобороны России, а именно поставляет устройства радиосвязи для российских войск и спецслужб? О том, кто стоит на страже государственных стратегических предприятий Украины, в сюжете Александра Черновалова. Огонь! Более 2 лет российские военные участвуют в прямых боевых действиях против Украины на Донбассе. Эта техника с плохо закрашенными российскими распознавательными знаками – одно из доказательств российской военной агрессии. Как и в каждой современной военной кампании, важную роль в противостоянии играют системы связи. На армию работают мощные военные и научные структуры, оставшиеся в наследство Российской Федерации от Советского Союза. Одно из таких – старейшее в России радиотехническое предприятие, частная корпорация ТИРА. Основной продукцией предприятия является создание техники и комплексов связи, радиовещание, телевидение, антенно-фидерные устройства для создания комплексов связи и систем связи различного назначения, как военного, так и гражданского. Основными нашими заказчиками являются Министерство обороны, военно-морской флот, спецслужбы. Это Савелий Маркович Житомирский, уроженец украинского Донецка. Его заслуги перед Россией подробно описаны на сайте Министерства обороны Российской Федерации. Житомирский Савелий Маркович – специалист в области телекоммуникаций, лауреат премии правительства Российской Федерации. Внес большой вклад в разработку и серийный выпуск мощных радиопередатчиков для радиосвязи, спецсвязи, радиовещания, комплексов управления различного назначения и автоматизированных мощных радиостанций специального назначения, в том числе автоматизированных комплексов связи и атомных подводных лодок. Савелий Житомирский возглавляет питерскую корпорацию ТИРА. Впрочем, работая на Минобороны и спецслужбы России, его деятельность не ограничивается. Он умело сочетает научную работу на российскую оборонку с бизнесом в Украине. Согласно актуальным данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, в Украине Савелий Житомирский владеет 6 фирмами, которые занимаются преимущественно строительными работами, арендой недвижимости, торговлей, а также услугами по охране. Наше внимание привлекло одно обстоятельство. Мы выяснили, что деятельность охранных фирм, связанных с Савелием Марковичем, в последнее время настолько успешна, что они взялись охранять стратегические государственные предприятия Украины. Отметим, официально Савелий Житомирский является владельцем лишь одной охранной фирмы – Киевского агентства безопасности «Легион Киев». Но антимонопольный комитет установил, что этот российский бизнесмен-ученый также связан как минимум с еще 2 агентством безопасности «Легион» и «Энергобезопасность комплекс». По данным официального вестника государственных закупок, только за 2 года российской агрессии, связанные с Савелием Житомирским, охранные фирмы выиграли в Украине тендеров на сумму более 10 миллионов гривен. Среди клиентов оказались такие украинские стратегические государственные предприятия, как «Укрзалезница», «Укртрансгаз» и «Укрэнерго». Например, сейчас фирма «Энергобезопасность комплекс» охраняет линии электропередач, которые поставляют электроэнергию в города Запорожской, Днепропетровской, Черкасской областей с крупнейшей в Украине и Европе атомной электростанции – Запорожской. Также «Энергобезопасность комплекс» охраняет в Волынской и Львовской областях объекты «Укртрансгаза», оператора отечественной газотранспортной системы, по которой осуществляется транспортировка газа для потребителей Украины и Европы.
Принципиально важно обеспечить охрану объектов критически важной энергетической инфраструктуры, потому что в случае осуществления против этой инфраструктуры диверсионных действий последствия будут достаточно серьезными. Могут пострадать конечные потребители, которые являются потребителями газа или электроэнергии. В общем, фирмы, связанные с партнером российского оборонпрома Савелием Житомирским, активно функционируют почти во всех регионах Украины. В Луганской, Одесской, Волынской и Львовской областях они охраняют объекты Укртрансгаза, в Кировоградской области – Укрзалезнити, в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Сумской, Донецкой и Луганской областях – объекты Укрэнерго. Впрочем, в Укртрансгазе оправдываются – мол, охрана их особо важных объектов осуществляется специальными ведомственными подразделениями и органами Министерства внутренних дел, а частные фирмы охраняют другие объекты. Частные охранные структуры никогда не охраняли и не патрулировали объекты газотранспортной системы, поскольку они отнесены к особо важным объектам, которые охраняют, патрулируют соответствующие государственные службы Украины. Такой же позиции придерживаются и в Укрэнерго. Действительно, Укрэнерго является стратегическим объектом. Другие объекты могут охраняться частными охранными структурами. К этим объектам могут относиться линии электропередач, которые на сегодняшний день, увы, не считаются стратегически важными объектами, а являются объектами хозяйствования государственного предприятия Укрэнерго. Компании Савелия Житомирского малоизвестны, а их руководители не публичны. Охранные фирмы не имеют сайтов и зарегистрированы или в квартирах, или в местах массовой регистрации. По номерам телефонов, которые указаны в едином госреестре юридических лиц для связи, никто не отвечает. Как же объяснить сотрудничество российского деятеля с украинскими государственными предприятиями? С этим вопросом журналисты «Радио Свобода» обратились к самому Савелию Житомирскому. Но он, несмотря на неопровержимые доказательства деятельности его фирмы в Украине, зафиксированные в официальных реестрах, заявил, что никакого бизнеса здесь не имеет. Каким бизнесом вы занимаетесь в Украине? Я в Украине не занимаюсь бизнесом. Я, к сожалению, давно уехал из Украины. 17. А скажите, вот согласно украинским реестрам, вы напрямую либо опосредованно владеете там сразу несколькими охранными фирмами, такими как охранными? Ну, мне это неизвестно. Может быть, там реестры украинские что-то и говорят, но мне это неизвестно, чем я владею. На Украине и к охранному бизнесу я никогда в жизни не имел никакого отношения. И, надеюсь, не буду иметь. То есть вы не имеете отношения, такая фирма безопасности, агентство безопасности «Легион», «Легион Киев», «Энергобезопасность комплекс»? Нет. Журналист-расследователь Дмитрий Гнаб, который ранее тщательно изучал бизнес Савелия Житомирского в Украине, рассказывает о его тесных связях с так называемой политической элитой Донбасса. У Житомирского, как оказалось, есть племянник. Племянник этот молодой донецкий депутат-регионал Александр Адамов. Насколько мне известно, у самого Житомирского очень такие большие прочные связи не только через своего племянника, молодого регионала Адамова, а еще прочные связи со многими так называемыми старыми регионалами. Это Звигильский, Владимир Рыбак, Александр Лукьянченко, бывший мэр Донецка. Потом, собственно, Адамов-старший – это отец Александра Адамова, Борис Адамов. При Януковиче он был заместителем главы Донецкой обладминистрации. Похоже, что на охране таких стратегических предприятий, как Укрзалезнитя, Укртрансгаз и Укрэнерго, партнер ФСБ Савелий Житомирский не собирается останавливаться. Агентство безопасности «Легион» и «Энергобезопасность комплекс» подали заявки на участие в тендере по охране объектов «Украэроруха», предприятие, которое предоставляет аэронавигационные услуги всем воздушным судам в украинском небе, а от него зависит безопасность авиаперелетов. На этот раз сработал антимонопольный комитет. Он разоблачил намерения связанных охранных фирм разыграть тендер между собой, сымитировав конкуренцию. К счастью, желание Савелия Житомирского контролировать украинское небо не осуществилось. Возможно, стране, которая воюет, стоит внимательнее относиться к выбору охранных фирм для стратегических объектов.
службе безопасности на наш запрос не ответили по существу, а только проинформировали, что Савелий Житомирский на днях вышел из основателей украинской охранной фирмы. Теперь вместо него официальный владелец компании – его родственница украинка, жена бывшего регионала Адамова. И такая, по сути, формальная смена собственников, похоже, полностью устраивает службу безопасности, чтобы этим делом не заниматься. Видимо, в СБУ считают, что переписав фирму на родственницу украинку, партнер ФСБ больше ее не контролирует. Или же, по какой-то причине, решили просто закрыть на это дело глаза. В прошлом выпуске мы рассказали о нардепе от блока Порошенко Александре Грановском, которого называют куратором от власти в прокуратуре и судах. Мы показали, как он чаевничает с влиятельными представителями этих ветвей власти, которые должны быть независимыми. Наш материал вызвал большой резонанс и огласку. В то же время мы увидели, что часть общества не видит ничего плохого в том, что судебная система подвергается воздействию власти, а прокуроры оказывают определенные услуги политикам. Поэтому мы решили присмотреться на Запад. Толерантное ли к этому общество, скажем, в Штатах? Об этом мы поговорили с федеральным судьей США украинского происхождения Богданом Футеем. Центр Киева, бизнес-центр Леонардо. Нам сообщили, что именно здесь, в ресторане «Инк», нардеп Грановский проводит встречи с судьями и прокурорами. Вот депутат Грановский в сопровождении двоих охранников заходит в ресторан «Инк». Далее за столом появляется председатель окружного административного суда Киева Павел Вовк. Знаете, одно дело встречаться на каком-либо публичном мероприятии, где присутствует много людей, где присутствует пресса. Если бы мне кто-то позвонил из Белого дома или даже из Конгресса и хотел со мной говорить о каком-то определенном деле, то это для меня было бы против основ нашей судебной этики, также против принципа распределения властей и того, что мы называем сдерживание и противовес, checks and balances. Они нам не могут рассказывать, что мы должны делать. Мы решаем сами, как это должно быть согласно Конституции и законам. Я бы считал, что это может быть какая-то компрометация против меня. И поэтому я должен был бы дать об этом знать и судебной системе, и, очевидно, должен бы был позвонить в ФБР. 29 февраля 2016 года. Вот кортеж Коломойского стоит на улице Круглоуниверситетской. Коломойский с охранником пересаживается в «Фольксваген-транспортер». Далее «Фольксваген-транспортер» с тайным пассажиром заезжает в боковые ворота администрации президента. То, что вы говорите, произошло в Украине, это в Америке было бы недопустимо. Очевидно, что если бы к президенту кто-то пришел, скажем, после полуночи или ночью, а это дело национальной безопасности, то такого человека или такую группу людей бы пустили и обсуждали вопросы. Но было бы сообщение сразу утром или через час к прессе, что это было и в чем дело, что происходило. Господин президент, у нас такой вопрос. Почему администрация президента скрывает данные о посетителях президента и главы администрации президента? Я лично буду обнародовать. Я проверю законодательство, но я думаю, что могут быть случаи, когда отдельные мои политические, в том числе внешнеполитические встречи, публиковаться не будут. Мне тяжело подумать или представить себе, что нет графика, или кто-то бы отказал в графике президента в это время. Я не знаю. У нас в США такое бы не происходило. Такого не может быть, потому что пресса с президентом каждый день. Я думаю, прессы нет только тогда, когда он идет спать.
Так что это все открыто у нас в США, и, очевидно, прозрачность очень важна. Я думаю, что Украина стремится к этому. На сегодня это все. С вами была программа «Схема». Это совместный проект «Радио Свобода» и «ЮА Перший». Встретимся ровно через неделю. Удачи! Счасти!